Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А в этом видео мы с вами распаковываем посылку с подшипниками. Ну что ж, посылка с подшипниками пришла в компактных размеров. А внутри должно быть 10 подшипников ABEC 9. А обошлась вся посылка 242 рубля или примерно 3,5 долларов, добралась за 21 день, не абы как быстро, но в принципе недолго. Давайте с вами распакуем. Я думаю, что добралось нормально, потому что что может произойти, собственно говоря, с посылкой с подшипниками? Они достаточно прочные, в общем-то ничего не должно по пути с ними произойти. Да, папа. Так, вот мы с вами их распаковываем. Вот они в такой вот упаковочке. Больше здесь ничего нету. Да, вот тут мне помогают, да. Вот такие вот штучки интересные внутри. Кругленькие, красивенькие. Это у нас такой кейсик здесь. Снимается вот так вот крышка с него. Кстати, прикольный кейсик здесь. Нормально, мне нравится, как это все сделано. Вот, и у нас здесь должно быть 10 подшипников. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Они у нас смазки такие. Давайте достанем один. Смазано хорошо. Подпись 608RS ABEC 9. Немножко липкая. Не пачкай руки. Вот такая вот у нас посылка получилась. Так, осталось этот подшипник примерить. Не переключаемся. Так, ну вот, старые подшипники из, соответственно, колеса извлечены. Я на самом деле думал, что они будут похуже немножко, потому что уже с какими-то скрипами они работали. В принципе, можно было еще на них немножко поездить. Вот, эти подшипники мы убираем и запрессовываем в колесо. Ну, фактически запрессовывать можно чуть ли не руками, в общем-то. Вот, новые подшипники, ABEC 9, с красной такой подсветочкой здесь. Ну, это, в принципе, все равно не будет видно в колесе. Ну, вот, как бы, у меня есть элементы красного, и здесь даже это смотрится очень даже неплохо. Все, вот так вот. Теперь мы эти подшипники испытаем в деле, немножко прокатившись. Свои впечатления я напишу внизу в описании к видео. А на этом всех я хочу поблагодарить за просмотр моего очередного видео. Предварительно и посылку и продавца я могу порекомендовать. Всем удачных покатушек, удачи, пока!